находится в Международной аэрокосмической школе имени Султанова. Наша студия «Свет» уже была здесь в 2019 году, но лично мы приехали сюда впервые. Все довольно хорошо, встретили нас отлично. Есть классная атмосфера летнего лагеря и вожатые, с которыми можно поговорить на общую тему. Очень-очень много вкусно пахнущих елок. Сейчас мы находимся возле легкого советского истребителя третьего поколения МиГ-21. В Калиновке черемуха колышется, осыпая лепестки свои. У озера знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. У озера знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. Сегодня прошло 10-е открытие этой знаменитой школы. Наибольшее впечатление произвело выступление пилотажной группы малой авиации с авиашоу. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если ты знала, если ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Прошло открытие школы, наступили будние дни, а это значит, что начались лекции, дискотеки и развлечения в виде КВН, ну и так далее. Впрочем, зачем мы вам об этом рассказываем? Пусть дети, которые учатся в этой школе, сами об этом и расскажут. Могу сказать одно. Это самый лучший лагерь. Очень много хороших впечатлений о лекциях, ребятах, подготовок к выступлениям. Было очень весело с ребятами. Мы очень хорошо проводили время. Веселились, играли, придумывали смешные сцены. Круто, что здесь у каждого свой домик. Вкусно кормят, добрые кураторы, они всегда придут на помощь. Спасибо большое кураторам, директору, замдиректору и, конечно же, Вячеславу Васильевичу Оброченко. Без него бы не было такого классного лагеря. Отзыв о МАКС. Это лучшая школа в мире. Тот факт, что Владислав Васильевич Оброченко на свои ресурсы создал такое место, где одаренные дети будущей России могут развиваться и получать удовольствие, воодушевляет. Выражаю благодарность организаторам и кураторам. Они очень постарались, чтобы смена прошла невероятно. Кумыс, мед, лучшая еда. Научная практическая конференция – это главная фишка МАКШ. Это была одна из лучших смен в моей жизни. Люди меняются к лучшему, побывав здесь. Я приобрел классных друзей и знакомых. Еще я обожаю лекции и преподавателя университета отдельное уважение. Я никогда не забуду это время. Спасибо, МАКШ. Начну с того, что я очень рада, что нас пригласили со школы в этот лагерь. Здесь очень уютно, своя атмосфера, эстетика. То
тут я влюбилась. Но жаль, очень жаль, что это не взаимно. Но это пустяки. Главное, хорошие кураторы, директор и президент. Осы – это главный минус. Но мед вкуснейший, кумыс – самый газированный. Интересная программа, лекции и те, кто их читает. Научно-практическая конференция, хоть и волнительная, но очень интересная. Особенно интересны праздники давлекановцев. Они открыли нашу смену и провели самбантуй аэротуй. Спасибо всем, кто был рядом со мной эти 11 дней. Новые знакомства порадовали меня тем, что большинство из моего города, и я смогу с ними встретиться еще много раз. Спасибо. Кто-то прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. 2021 год – юбилейный для Международной аэрокосмической школы. Ей исполнилось 10 лет со дня открытия. За это время успели подрасти сосны, которые на открытии были еще совсем маленькими, а выпускники МАКШа стали специалистами в лёдных профессиях. Есть среди выпускников ученые. На данный момент они работают в институте имени Курчатова. Бывшие выпускники МАКШ, сегодняшние абитуриенты, готовятся поступать в Академию ракетных войск имени Петра Великого. Пройдет время, и мы тоже должны будем выбрать себе профессию. Вспоминая, как мы учились в МАКШ, слушали до 8 часов лекций, встречались с героями-летчиками, космонавтами, генералами. Верим, что многие из нас захотят выбрать авиационные и космические профессии. И вот наступил день закрытия. Мы все сейчас готовимся к этому очень важному мероприятию. Конечно, все грустно это осознавать, ведь с ребятами мы стали очень хорошим и сплоченным коллективом. Жалко отсюда уезжать. Но я думаю, в следующем году мы сюда еще обязательно вернемся. Держали пацаны на вечной дружбе. Мы по кругу из одна стакан, и все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. Одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота.